На совместном заседании Президиума Госсовета и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию с участием главы государства Владимира Путина обсуждались проблемы, тормозящие развитие науки и образования. Владимир Путин отметил те проблемы, которые необходимо устранить. И многие средства массовой информации выделили одну из главных проблем образования страны – сверхконцентрация вузов в Москве и Санкт-Петербурге. Речь также шла об увеличении числа бюджетных мест в российских вузах на 141 тысячу к 2024 году, на что будет направлено дополнительно 70 миллиардов рублей. Один из важных моментов то, что президент также отметил необходимость предоставления возможности регионам самим финансировать региональные вузы. Прозвучала и тема резонансная для СМИ про ликвидацию вузов-пустышек. Вспомнили давнюю проблему об отсутствии должного конечного результата учебы в аспирантуре в виде защищенных диссертаций. Много было различных предложений со стороны глав регионов, в том числе и по проблемам академических обменов между вузами. Владимир Путин коснулся и темы необходимости сделать образовательные стандарты более гибкими, чем сейчас они есть. Уже давалось поручение предусмотреть возможность для студентов после второго курса менять образовательную траекторию, проходить обучение по смежным направлениям, что позволит студентам получать как фундаментальную подготовку, так и целый набор необходимых, современных, востребованных компетенций. Буквально недавно мы провели социологическое исследование в университете, опрашивали порядка 4000 студентов. Это очень большая выборка, она репрезентативная. И мы видим, что действительно после второго, начале третьего курса, в основном это третьекурсники, которые вот были опрошены в декабре, они показывают очень высокую заинтересованность в смене направления подготовки. То есть им интересно попробовать в том числе что-то другое. И это понятно на самом деле, потому что мало студентов, которые приходят на первый курс бакалавриата с уже очень четким представлением, кем они хотят быть.